Республикаса школа СН-комик Веледембурге не бидвома текуем шурс челядь. Водженый школамден, ежва кырткерес район яс. Канмык вияс программа илы шорни тесны регионца каналан советлен заседание дырье. Мы ведь собрались для того, чтобы нам в наше современное время, время, которое такое быстротечно все меняется, за реформами образования это не успеваем, да, даже в части обязательного, необязательного изучения родного языка. И я бы, конечно, имея такую возможность воспользоваться этим, чтобы каждый из вас внес свое предложение со стороны Куми Войтер, может быть, Алексей Иванович, вы внесете и какие-то предложения, чтобы оно вошло в протокол более глубоко и детально, еще раз современными глазами посмотреть на сам закон. Став республика паштала пан чесныкоми Войтерлен конференция с быдлан купедене ын ямуджа диас юртене мы вычима колем во. Водьмах чеща соцыган карда карберца автобус ясен юрга коми кыв, тачам ужну адене и печоран. Коми кыв пыртене и канмулы служит ища скустен. Кык канму кывья и став документыс. В связи с развитием общественных функций коми языка актуально повышение уровня этноязыковой компетентности государственных и муниципальных служащих. Есть такая норма и в законе о государственных языках Республики Коми. Для служащих ежегодно, начиная с 2005 года, Министерство национальной политики организуется курсы коми языка, которые последние годы открыты для всех желающих – сотрудников учреждений социальной сферы, специалистов многофункциональных центров, то есть тех, кто напрямую непосредственно сталкивается с представлением услуг населения. И если в начале слушателей было около 20 человек, то сейчас курсы завершают около 100 человек. Того, что они республикан, комиков, вельшупеден, юралышлан чыктым черти вынчедыма комиков да гижедлун. Пасям сиес майен коймет шойчан луны.